Всем здорово, ребят. Ну что, вот доступно обновление. Поехали посмотрим, что у нас интересного добавили, что интересного будет есть по акциям. Смысла, думаю, бегать нету. Тут все то же самое, что на других серваках. А вот поехали посмотрим новых героев. Как они выглядят, как выглядят скины. Я, в принципе, вчера показал на заставочке. Сейчас посмотрим, что у нас в реалии будет. Так, обновление 1.8.7. Вот так вот. Первая мисс Магия. Давайте сразу же посмотрим, что она делает. 1130 дамага на 15-м. Нифига себе, она уменьшает скорость атаки энергии уклонения на 96%. Нифига себе, она скорее всего будет, мне кажется, донатная. Сейчас мы это посмотрим. 5 секунд действует, кулдаун 7. Ну, в принципе, такое. Также восстанавливает 1040 восстановления союзных. Нифига себе, увеличивает скорость атаки энергии на 96. Ну, она по-любому донатная будет. Неуязвим, вероятность 50% при атаке удерживать текущие цели, окружающие вражеские цели, 50 энергии забирать, кулдаун 3 секунды. Ну, что я могу сказать? Донатный, по идее, хороший герой будет. А, она даже бездонатная, вот так вот. Донатный, скорее всего, у нас вот этот товарищ будет. Интересно. Да, она бездонатный. А этот у нас донатный фанатик. Поехали посмотрим на него. Наносит 1045 дамага, увеличивает на 200 скорость атаки в два раза. Неплохо. Да и у него скорость атаки в принципе не маленькая такая. Так, что он еще делает? Скорость атаки и крита не могут быть увеличены для союзных течений. Так, скорость атаки и крита 64-10 секунд. Восстанавливает 13% здоровья. Нифига себе. Четырех секунд кулдаун такой-то. Ну, не знаю. Но у него, конечно, оглушение, заморозка, окаменение отклоняется от урона 20%. Ну, не знаю насчет него. Конечно, у него жизни немало, 76к тоже, скорость атаки побыстрее, но мне интересно на нее посмотреть. Это реально дебафер. В общем, кто выбит, пишите, кидайте в ВК, либо в телегу, и я зайду, сделаю обзорчик, интересно будет посмотреть на нее. Опять же, это все не то, чего мы хотели. Так, поехали дальше. Новый талантик. Кубок, вот так вот он выглядит. Что он дает? Увеличивает силу атаки на 110 на десятки, скорость атаки на 55%. И восстанавливает 100% здоровья. Ну, при каждой атаке. Что я могу сказать? Новый имбалансный талант. Походу, судя по всему, да. Попробуем его вытащить, посмотреть, что он дает. Так, новая чарка. Поехали в алтарь героев. Новая чарка. Что она делает? Увеличивает здоровье на 80% во время боя. Нифига себе. Прикольненько. При атаке снимает 85 энергии вражеского героя. И уменьшает его силу атаки на 27. На 4 секунды. Кулдаун 5 секунд. Ну, блин. Жесткая новая чара. Реально новая чара интересная. И талант тоже интересный. В общем, все как обычно, ребят. Перекачиваем по новой. Так, также у нас писали, у нас добавили талант титула.
Не знаю, что это такое. Но здесь пока, по крайней мере, я ничего не вижу по изменениям. Что за талант титула? Так, с этим разобрались. Поехали посмотрим еще на скины, на новых героев. И посмотрим награды по локациям. Что там у нас еще поменяли? Обещали у нас поменять. Вот такие вот скины. Ну, такое себе. Не знаю, я что-то в последнее время за этими скинами даже не гонюсь. Также добавили у нас в локации новые левела, сказали, насколько я понял. Но у меня здесь только 34-й, он даже не пройден, надо будет это все пройти. Добавили плюс 12 левелов древних испытаний. В общем, думаю, затащу вам, будем смотреть попозже. Так. Оптимизация эры войны. Поехали посмотрим, запустят нас туда сейчас или нет. Она сейчас у нас недоступна, к сожалению. Ну, какая-то оптимизация здесь будет. Посмотрим, что за оптимизация. Может, какие-то плюхи интересные будут. Новые, не знаю. Нифига себе дают. Нифига себе тут пакеты, смотрите. 24. Новые награды. Нормально так. 3000 самов. Вообще 5к самов. Ну, это, наверное, за эти награды имелось в виду, что здесь будет оптимизация. Ну, такие сундуки неплохие. Не знаю, посмотрим, как оно будет на практике. Так, дальше. Что у нас дальше? Поехали посмотрим по локациям, по PvP локациям. Так, тут ничего у нас не поменялось, если я не ошибаюсь. И тут у нас тоже все то же самое. Награды, поехали посмотрим гильдейские. Тут мы вряд ли что-то сейчас увидим, нету ни битвы гильдии, ничего. Так, экспедиция, ну, вроде все то же самое. Арена. Не знаю, что они имели в виду под новыми наградами, но пока я, честно говоря, ничего нового в люхах не вижу. Ну, это надо, чтобы битва гильдии была, либо атака фортов. Да, будет видно. Ну, по крайней мере, в Нарсе я вижу там новые награды. То, что вы видели. Так, больше ничего не вижу. Битва за... Ну, скорее всего, это эти награды имелись в виду. Древних испытаний, к сожалению, показать не могу, потому что я их не прошел все до конца. Поехали посмотрим магазин еще. А тут все то же самое. Ничего, скажем так, такого нового нет. В общем, ребята, у кого будет новый герой, пишите в телегу либо в ВК. Сейчас прикиньте, он бы выпал. Это был бы вор. Сделаю обзорчик. Ну, так обнова вообще ни о чем, честно. Новые таланты, имбалластная чарка. Я постараюсь их выбить, сделать обзор, посмотреть, что и как. Вы пишите комменты, что вы думаете по поводу обновления. Ну, как по мне. А, Инстаграм уже даже есть. Нифига себе, они уже Инстаграм сюда. Раньше был Google, сейчас уже подключили Инстаграм. Так, ну тут ничего такого нового. Не знаю, я больше ничего не нашел. Сейчас еще заберу. Ну, надо смотреть битву гильдии. Ну, скорее всего, это на Нарсии поменяли. Плюшки, награды. В общем, кто что заметил еще, пишите в комменты. Либо мне пишите в телегу.
И мы уже с вами посмотрим. Так, давайте еще сюда зайдем, чекнем здесь. Может, здесь что-то поменяли. Ну, не знаю, здесь вроде все то же самое, без изменений. Все, всем удачи, всем пока.